Хотите добавить новые краски в обычное каждодневное блюдо? Это сделать очень просто. Достаточно 1-2 дополнительных продуктов, чтобы все получилось. А о том, как это осуществить, читайте ниже. Многим домашним поварам интересно будет узнать, как приготовить гречку с брокколи в мультиварке. Все будет очень просто и доступно. Минимум действий и максимум пользы на вашем столе. В сочетании с кашей также отлично смотрится зеленая фасоль и молодой горошек. Блюдо может стать гарниром для курицы. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. 1. Гречку промойте и выложите в чашу мультиварки. Влейте воду, поставьте режим каша. 2. Спустя 15-20 минут добавьте брокколи, всыпьте соль и перец. 3. Варите кашу еще 10 минут, перемешайте, а потом подавайте. Приятного аппетита! Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Гречка 1 стакан, вода 2 стакана, брокколи замороженные 500 грамм или смесь с цветной капустой, соль по вкусу, черный молотый перец по вкусу, количество порций 4. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Заходите на канал снова, котятки.